Друзья, я всех рада приветствовать на своем канале «Вязание спицами». Меня зовут Елена. Сегодня предлагаю вам связать вот такой вот красивый ажурный узор листья. Узор очень эффектный. Посмотрите, как он красиво смотрится. Довольно-таки популярный в интернете. Многие им вяжут различные изделия. Подходит для любых изделий. Можно связать таким узором пуловер, да? Можно связать какой-то топ таким узором. И я, в общем-то, загорелась и хочу что-то им связать. Но для начала, конечно, хотела бы показать, как он вяжется. В принципе, узор относится к узорам средней тяжести. Я бы не сказала, что он какой-то прям сложный там, но и непросто, в общем-то, вязать. Нужно быть внимательным, да, при вязании этого узора. Ну и как бы никаких сложных элементов он не содержит. То есть он состоит, вот давайте рассмотрим его, из скрещенных петель, накидов, вот они, изнаночных петель, лицевых петель и убавлением петель с наклоном влево, вот здесь, и с наклоном вправо. Ничего такого сложного. Вязала я этот фрагмент из пряжи Alize Lana Gold Classic, это полушерсть турецкая, 100 грамм 240 метров. Спицы использовала номер 4. Вот этот образец у меня связан с полушерстью, да? Смотрите, какой шикарный. Также, я думаю, он будет шикарно смотреться в пряже, допустим, в хлопке, в полухлопке, в какой-то смесовке, хлопок с шелком или меринос с хлопком тоже будет шикарно смотреться. Ну, в общем-то, все вот на ваше усмотрение. Здесь уже игра фантазии. Я, смотрите, нарисовала схему. Здесь нет никаких сложных элементов. Значит, пустые клеточки – это у меня лицевые петли. Изнаночные ряды здесь вяжутся по рисунку, то есть так, как смотрят петли, но до 20 первого ряда, поэтому я их здесь не указывала. Все значки здесь у меня помечены, как что вязать. Состоит узор из 20 петель в длину, да, и 28 петель в высоту, раппорт узора. Мы с вами свяжем один раппорт. Здесь у меня в моем образце связано два раппорта в длину, да, и два раппорта в высоту, ну, чтобы образец был у меня такой побольше, да, чтобы он видно было все, как он будет смотреться в изделии, я решила связать его побольше. Смотрите, какой классный. Ну что ж, давайте приготовим пряжу и спицы и начнем вязать. Поехали. Итак, набираем на спицы 27 петель. Количество петель кратно 25. Я наберу 25 и 2 кромочные, 27. Если вы будете также вязать один раппорт со мной, то вяжите 25 плюс 2 кромочные. Если два раппорта, тогда у вас можете набрать петли побольше. То есть кратно двум раппортам это 50 петель. Можно добавить 2 с краю, с одной стороны 2 лицевые, 2 с краю, с другой стороны 2 лицевые и посередине 2 лицевые. Вот, ну и кромочные петли. Я буду провязывать один раппорт с вами. Итак, я набираю 27 петель. Самым обычным способом. На 2 спицы. Спицы у меня номер 4. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную мы снимаем. 10 лицевых петель за переднюю стеночку. Девять, десять. Делаем накид. 2 петли с наклоном вправо убавление делаем. 2 петли провязываем вместе лицевой за переднюю стенку. 1 изнаночная, 2 петли с наклоном влево,
накид и 10 лицевых. Кромочная и изнаночная петля. Работу мы поворачиваем, вяжем второй ряд изнаночный. Все нечетные ряды это лицевые, все четные это изнаночные. Кромочную мы снимаем. Все изнаночные ряды вяжем пока по узору, как смотрят петли. Накиды провязываем лицевой петлей. 10 изнаночных у нас по рисунку идет. Изнаночных. Накид наш выглядит он вот так вот, провязываем его лицевой петлей. Дальше изнаночная, лицевая, центральная, изнаночная, накид провязываем лицевой петлей, и дальше все петли у нас будут изнаночные. Кромочные, изнаночные, как обычно. Готово. Поворачиваем работу. Третий ряд лицевой. В третьем ряду у нас уже пойдут с вами лицевые скрещенные петли по схеме. Вот они. Значит, здесь мы вяжем 9 лицевых петель, не считая кромочную петлю. Кромочную сняли. Вяжем 9 лицевых за заднюю стеночку, как они повернуты. Шесть, семь, восемь, девять. Накид. Следующая петля лицевая скрещенная. Петля у нас повернута вот таким вот образом. Мы ее должны с вами развернуть. Вот так вот. И провязать за заднюю стенку лицевой петлей. Скрестить. Лицевая скрещенная. Две петли с наклоном вправо. Что мы здесь видим? Лицевая и изнаночная. Да? Изнаночную мы переснимаем, а лицевую нам нужно развернуть дальней стеночкой вперед. И провязать две вместе за передние стенки. Следующая изнаночная петля. Две вместе лицевой. Здесь одна изнаночная, одна лицевая. Как мы здесь вяжем? Лицевую мы переснимаем на правую спицу, провязываем следующую изнаночную лицевой и одеваем лицевую петлю на изнаночную. Вот таким вот образом. Дальше у нас скрещенная лицевая петлю нам мы должны скрестить, то есть перевернуть ее и провязать за дальнюю стенку лицевой петлей. Накид. И 9 лицевых петель. Кромочная провязывается изнаночной. Мы связали с вами третий ряд. Четвертый ряд изнаночный. Так, по схеме я здесь указала скрещенные петли в изнаночных рядах. Мы провязываем скрещенной изнаночной петлей. Они находятся над этими же, то есть эти же петли мы провязываем скрещенной изнаночной. В лицевом ряду лицевая скрещенная, в изнаночном ряду изнаночная скрещенная. Вот здесь я их пометила. Далее эти все петли, которые не указаны у меня, они идут по рисунку. Накиды все провязываются в изнаночных рядах лицевыми петлями. Показываю. Кромку сняли, 9 изнаночных, 7, 8, 9. Здесь идет накид, лицевая петля. Дальше вот эта петля, скрещенная лицевая наша,
С изнаночной стороны мы ее провязываем скрещенной изнаночной за заднюю стеночку. Вот таким вот образом подцепили и провязали. Дальше обычная изнаночная, лицевая центральная, обычная изнаночная. Здесь идет скрещенная. Провязываем ее скрещенной изнаночной петлей. Накид лицевая петля и 9 изнаночных. Кромочная изнаночная петля. Связали 4-й ряд. Далее вяжем 5-й ряд. Восемь лицевых петель, кромка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид, скрещенная петля здесь должна идти. Мы петлю разворачиваем и провязываем лицевой за заднюю стеночку. Одна изнаночная, 2 петли с наклоном вправо. Петли повернуты у нас вот таким вот образом. Я их пересниму и разверну. И провяжу вместе за передние стенки. Вот наклон вправо. Одна изнаночная, 2 петли вместе с наклоном влево. Здесь петли у меня развернуты правильно. Я просто их цепляю за заднюю стеночку и провязываю вместе одной петлей лицевой. Дальше у меня идет изнаночная. Скрещенная, разворачиваем петлю, провязываем за дальнюю стенку. Накид и 9 лицевых петель. Кромочная, изнаночная. Итак, сейчас у нас по узору 6-й ряд, он изнаночных. Кромочную мы снимаем, вяжем 8 изнаночных петель, восемь. Накид провязываем лицевой петлей. Затем у нас идет скрещенная изнаночная, лицевая, обычная изнаночная, лицевая, обычная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая и 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Поворачиваемся на лицевую сторону. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду кромочная, 7 лицевых петель. 4, 5, 6, 7. Накид, скрещенная лицевая, петельку мы переворачиваем и вяжем лицевой за заднюю стенку. Изнаночная, опять скрещенная лицевая, это веточка от листика, и дальше 2 петли с наклоном вправо. У нас здесь одна изнаночная и одна лицевая. Нам надо лицевую с вами развернуть дальней стеночкой к себе. Провязать 2 вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Центральная, изнаночная. Дальше 2 петли с наклоном влево. Первую переснимаем,
вторую провязываем лицевой и накидываем первую снятую петлю на вторую. Скрещенная лицевая. Изнаночная. Опять скрещенная лицевая. Накид. И 7 лицевых петель. Кромочная, изнаночная. Это был 7-й ряд. Вязание мы поворачиваем, вяжем 8-й ряд изнаночный. Кромочную снимаем, 7 изнаночных. Лицевая, дальше скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, обычная изнаночная, лицевая, обычная изнаночная, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная. Подцеплю ее. Так, скрещенная изнаночная, лицевая и 7 изнаночных. 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная. Так, это был 8-й ряд. Переворачиваем на лицевую сторону, вяжем 9-й ряд по рисунку. Так, в 9-м ряду у нас будет 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Здесь скрещенная лицевая. Петлю разворачиваем. Изнаночная. Еще одна скрещенная лицевая. Изнаночная. Две петли с наклоном вправо. Петельки у нас развернуты вот таким вот образом. Это неправильно. Нам их нужно перевернуть обе и провязать вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Центральная, изнаночная. Убавка с наклоном влево. Здесь петельки у меня смотрят вот так. Это правильно. Мы их провязываем за дальнюю стенку. 2 вместе лицевой. Вот таким вот образом. Изнаночная. Здесь скрещенная лицевая. Изнаночная. Дальше опять перекрещиваем лицевую. Накид. 4, 5, 6 лицевых. Кромка изнаночная. Разворачиваемся на 10-ю, на 10-й ряд, изнаночную сторону. Вяжем 10-й ряд. Кромочную мы снимаем. 6 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6. Накид провязываем лицевой. Далее у нас идет скрещенная изнаночная петля. Лицевая. Опять скрещенная изнаночная петля. Лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая,
еще раз скрещенная изнаночная. Лицевая и 6 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Поворачиваемся на 11 ряд, он лицевой. Начинается он у нас с 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, дальше скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, еще одна скрещенная лицевая. Две петли с наклоном вправо. Эту петельку мы переснимаем, а другую разворачиваем. Провязываем 2 вместе лицевой за передние стеночки. Изнаночные 2 с наклоном влево. Эту переснимаем, вторую изнаночную провязываем как лицевую и накидываем снятую петлю на нее. Дальше у нас идет скрещенная лицевая, изнаночная, еще раз скрещенная петля, изнаночная и еще одна скрещенная петля, накид и 5 лицевых петель. 3, 4, 5, кромочная, изнаночная. Поворачиваемся на 12 ряд, он изнаночный. Кромочную мы снимаем, вяжем 5 изнаночных петель. Накид лицевой. Дальше идут скрещенные изнаночные. 1 лицевая, еще одна лицевая, третья изнаночная, обычная изнаночная, здесь лицевая, обычная изнаночная, здесь скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая и 5 изнаночных. Четыре, пять. Кромка изнаночная. Разворачиваемся на 13 ряд, он лицевой. Кромочную снимаем, 4 лицевые, 3, 4, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. 2 петли с наклоном вправо, петельки мы разворачиваем обе дальними стеночками к себе и провязываем за эти передние стенки лицевой петлей. Провязали, изнаночная, центральная, 2 петли с наклоном влево. Здесь петельки развернуты у нас правильно. Вводим спицу и за дальние стеночки их провязываем. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Еще раз скрещенная петля. Здесь уже видно вот эти стебельки наши.
изнаночная, последняя скрещенная лицевая, накид, 4 лицевые, кромочная, изнаночная. Поворачиваемся на 14 ряд, вяжем 14 изнаночный ряд. Кромочную мы снимаем, 4 изнаночные, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, просто изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая и 4 изнаночные. Разворачиваемся на 15 ряд, он лицевой у нас. Вяжем кромочные, 3 лицевые петли, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, еще одна скрещенная лицевая. И здесь 2 петли с наклоном вправо. Одну переснимаем, следующую петлю разворачиваем и провязываем 2 вместе за переднюю стеночку. Подправляем здесь. Изнаночная. 2 петли с наклоном влево. Эту переснимаем. Вторую изнаночную провязываем как лицевую и накидываем лицевую на провязанную петлю. Сразу идет скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая петля, изнаночная, скрещенная лицевая, накид и 3 лицевые, последняя кромочная, изнаночная. Разворачиваемся на 16 изнаночный ряд. Вяжем кромочную, снимаем. 3 изнаночные. Лицевая. Скрещенная изнаночная. Лицевая. Скрещенная изнаночная. Лицевая. Скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, обычная изнаночная, лицевая, обычная изнаночная, скрещенная изнаночная, лицевая, еще одна скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, четвертая получается у нас, так, лицевая и 3 изнаночные.
Раз, два, три. Кромочная, изнаночная петля. Поворачиваемся на 17 ряд, 17 лицевой ряд, вяжем кромочную, мы снимаем 2 лицевые петли, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Так, пардон, слетела тут у меня. Скрещенная лицевая, изнаночная. Так, раз, два, три. Угу. Скрещенная лицевая, изнаночная. 2 петли с наклоном вправо. Петельки мы здесь разворачиваем обе. Готово. Изнаночная. 2 петли с наклоном влево. Здесь правильно лежат петли. Мы их провязываем за заднюю стеночку. 2 вместе. Так. Изнаночная. Скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, 2 лицевые петли, кромочная, изнаночная. Разворачиваемся, вяжем 18 ряд, он изнаночный. Кромочную снимаем, 2 изнаночные петли, накид провязываем лицевой, далее идут скрещенные, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, так, обычная, изнаночная, лицевая, скрещенные, изнаночные пошли, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая и скрещенная, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные и кромочная, изнаночная. Так, разворачиваемся, вяжем 19 ряд. Так, вяжем 19 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, третья, изнаночная, скрещенная лицевая, четвертая, изнаночная, скрещенная лицевая, пятая. Так, пятая. Дальше 2 петли с наклоном вправо. Эту мы снимаем, вторую петлю разворачиваем и провязываем 2 вместе за переднюю стеночку. Изнаночная, 2 петли с наклоном влево. Одну снимаем, вторую провязываем лицевой. И снятую петлю протягиваем через провязанную. 2 петли с наклоном влево. Скрещенная лицевая, первая.
изнаночная, вторая скрещенная лицевая, изнаночная, третья скрещенная лицевая, изнаночная, четвертая скрещенная лицевая, изнаночная, пятая скрещенная лицевая, накид, одна лицевая и кромочная, изнаночная. Разворачиваемся на 20 ряд. Вяжем 20 изнаночный ряд. Кромочную снимаем, одну изнаночную, накид провязываем лицевой. Дальше идут скрещенные изнаночные петли. 5 с одной стороны и 5 с другой. Скрещенная изнаночная, лицевая. Скрещенная изнаночная, лицевая. Третья скрещенная изнаночная, лицевая. Четвертая скрещенная изнаночная, лицевая. Пятая скрещенная изнаночная. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, так, так. Раз, два, три, четыре. Скрещенная изнаночная, лицевая. Вторая скрещенная изнаночная, лицевая. Третья скрещенная изнаночная, лицевая. Четвертая скрещенная изнаночная, лицевая. И пятая скрещенная изнаночная. Накид лицевой провязываем. Одна изнаночная и кромочная изнаночная. Так, теперь мы вяжем 21 ряд. Он лицевой. Кромочную мы снимаем. Накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, вторая, изнаночная, третья скрещенная лицевая, изнаночная. Четвертая скрещенная лицевая, изнаночная, пятая скрещенная лицевая, изнаночная. Две петли с наклоном вправо. Разворачиваем две петли, провязываем две вместе за переднюю стенку. Готово. Изнаночная, 2 петли с наклоном влево. Здесь петельки мы не разворачиваем, провязываем 2 вместе за дальнюю стеночку. Дальше изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, вторая скрещенная лицевая, изнаночная, третья скрещенная лицевая, изнаночная. Четвертая скрещенная лицевая, изнаночная и пятая скрещенная лицевая, накид и кромочная петля. Так, это был 21 ряд. Разворачиваем вязание на 22 изнаночный ряд. И теперь мы будем провязывать наш узор как в изнаночных рядах, так и в лицевых. И провязывать мы будем уже, смотрите повнимательнее, то, что мы здесь вязали с вами 2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево, будем убавлять петли, это середина нашего листа, будем убавлять их по 3 петли, как сейчас покажу. Итак, 22 ряд, он изнаночный. Снимаем кромочную. Итак, немножко я приблизила камеру. 22 ряд изнаночный, кромочную сняли, 1 лицевая, скрещенная изнаночная.
раз, лицевая, скрещенная, изнаночная, 2. Так, сейчас, секундочку. 2. Лицевая, скрещенная, изнаночная, 3. Лицевая, скрещенная, изнаночная, 4. Нет, так неудобно мне. 4. Лицевая, скрещенная, изнаночная, 5. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, 1, лицевая, скрещенная, изнаночная, 2, лицевая, скрещенная, изнаночная, 3, лицевая, скрещенная, изнаночная, 4, лицевая, скрещенная, изнаночная, 5. Накид провязываем лицевой и кромочную изнаночной петлей. Так, это был 22 ряд. Разворачиваемся на лицевой ряд 23. И вяжем, внимание, кромочную мы снимаем. Делаем 2 накида. 1 накид, 2 накид. Пальчиком придерживаем. Нет, вру. Кромочную сняли. Лицевая петля. Делаем 2 накида. Скрещенная лицевая. Изнаночная. Скрещенная лицевая. 2. Изнаночная. Скрещенная лицевая. 3. Изнаночная. И сейчас мы будем с вами провязывать вот наша центральная петелька. Так. А нет, еще одна здесь. Еще одна скрещенная лицевая. Изнаночная. 4 скрещенные лицевые, изнаночные. Так, значит, вот наша центральная петелька у листика. И эти 3 петли мы должны провязать вместе с наклоном вправо. Смотрим, значит, как смотрят петли. Вот эти петли, лицевая, нам нужно ее развернуть. Она повернута у нас дальней стеночкой назад. Значит, эту петлю мы не разворачиваем. Здесь эта дужка лежит правильно. Значит, вот это также неправильно. Мы ее разворачиваем, вторую просто переодеваем и третью петлю разворачиваем. Вот таким вот образом у нас получается. Вот они. Поддеваем их за передние стеночки и провязываем лицевой петлей. Сейчас смотрите, нам нужно провязать вот наши центральная петля, да, изнаночная идет. 3 петли с наклоном вправо сделать убавку. И здесь 3 петли с наклоном влево. Мы смотрим, как петельки лежат. У меня они лежали вот так. Я просто ряд перевязывала, и поэтому я их развернула передними стенками к себе. Провязываем 3 петли вместе. Лицевой. Спицу поменьше возьму, потоньше. 3 петли вместе лицевой за переднюю стеночку. Вот таким вот образом. Сбрасываем. Вот такая у нас убавка получилась. Также петельки смотрят с наклоном вправо. Центральная, изнаночная. Теперь 3 петли вместе с наклоном влево. Смотрим, как петли лежат у нас.
Значит, эта петля повернута правильно, эту петлю мы разворачиваем изнаночную, и эта петля лежит правильно. Просовываем спицу за заднюю стенку и провязываем их лицевой петлей. Готово. Одна изнаночная, скрещенная лицевая. Одна изнаночная, вторая скрещенная лицевая. Изнаночная, третья скрещенная лицевая. Изнаночная, четвертая скрещенная лицевая. Дальше идет у нас двойной накид. Раз, два. Лицевая и кромка изнаночная. Поворачиваемся на 24 ряд. Он изнаночный. Кромочную мы снимаем. Вяжем 2 изнаночные, 1 изнаночная. Вот наш первый накид, провязываем его изнаночным. Следующий накид провязываем лицевой петлей. Делаем еще раз двойной накид. Пальцем придерживаем вот эти петли, провязанные первой. Дальше у нас идет скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, третья скрещенная изнаночная, лицевая. Дальше смотрите, вот наша центральная петля, да, от стебелька. Мы провяжем вот эти 3 петли вместе и вот эти 3 петли вместе с определенным наклоном. Здесь нам нужен наклон вправо, а тут нам нужен наклон влево, чтобы с лицевой стороны это все выглядело наоборот. Значит, поэтому мы сейчас провяжем 3 вот эти петли за дальние стеночки изнаночной петлей. Спицу взяла потоньше, чтобы удобнее было. Подхватываем задние стенки петель и провязываем. Кому удобно, может взять крючок. Но я вот спицей провязываю. Так, неудобно. Вот так вот подхватили и провязали вот таким вот образом. Дальше у нас лицевая. Провязываем 3 петли вместе за передние стенки уже. Ничего не разворачиваем, просто подцепляем 3 передние стенки изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Лицевая, скрещенная, изнаночная. Так, лицевая, скрещенная, изнаночная, вторая. И лицевая, скрещенная, изнаночная, третья. Третья скрещенная изнаночная. Теперь мы делаем двойной накид. Дальше мы вяжем первый накид наш лицевой петлей, второй накид изнаночной петлей. Петельки вот здесь придерживаем, скидываем. Дальше одна изнаночная и кромочная изнаночная. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем 25 ряд. Так, 25 ряд. Кромочную мы снимаем. Провязываем 4 лицевые. Вот здесь вот аккуратнее придерживаем петли. Раз, два. Из изнаночной здесь лицевую. Три. Один накид провязываем лицевой. Второй придерживаем. Второй накид провязываем изнаночной петлей. Делаем еще раз двойной накид. Петельки придерживаем здесь пальчиком.
И здесь скрещенная лицевая у нас будет. Изнаночная. Вторая скрещенная лицевая. Изнаночная. Три вместе с наклоном вправо. Смотрим, как они смотрят у нас. Ага, вот эта петля у нас правильно лежит. Вот это тоже правильно. А вот эту мы развернем вот таким вот образом. И провяжем три вместе с наклоном вправо. Одна изнаночная. Дальше три вместе с наклоном влево убавление. Вот эта петелька правильно лежит. Вот эту мы развернем. И это лежит правильно. Вот таким вот образом. Вводим спицу и подцепляем дальнюю стеночку заднюю. Провязываем лицевой петлей. Одна изнаночная. Скрещенная лицевая. Изнаночная. Скрещенная лицевая. Внимание, здесь двойной накид. Раз, два. Эти петельки придерживаем. Вяжем этот первый накид, изнаночный провязываем, скидываем. И дальше вяжем 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся на 26 ряд, изнаночный. Здесь мы вяжем 6 изнаночных петель. Повнимательнее. Кромочную мы снимаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Одна лицевая. Дальше делаем двойной накид, скрещенная изнаночная, лицевая. Делаем 3 петли изнаночной за заднюю стенку. Подхватываем дальние стеночки петель. Сначала вводим спицу в одну, во вторую и в третью. Так, и провязываем их изнаночной. Так, готово. Одна лицевая. Теперь мы вяжем 3 петли за передние стенки изнаночной петлей. 3 вместе за переднюю стеночку. Готово. Одна лицевая. Скрещенная изнаночная здесь. Двойной накид, петельки придерживаем, вяжем, значит, 1 лицевая и 6 изнаночных. Раз, аккуратненько, 2, 3, 4, 5, 6. И кромочная, изнаночная. Здесь мы все расправляем, чтобы с лицевой стороны это все смотрелось хорошо. Вот такой у нас получается листик. Это сейчас все поправится. Дальше будем вязать. Вот это, петельки разровняются. Так, итак, 27 ряд лицевой. Кромочную мы снимаем, вяжем 8 лицевых. 2, 3. 4, 5, 6, 7,
8, 1 изнаночная. Дальше делаем двойной накид, петельки придерживаем, провязываем 3 петли с наклоном вправо, разворачиваем только вот эту петлю. Их подцеплю, вот. Так, готово. 1 изнаночная, 3 петли с наклоном влево. Поверну вот эту петлю и провяжу 3 вместе за дальние стеночки лицевой петлей. Так, готово. Двойной накид. Дальше 1 изнаночная петля и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Поворачиваемся на 28 ряд, он изнаночный. Уже заканчиваем наш листик. Десять изнаночных петель вяжем. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Кромочная петля, изнаночная. Итак, мы с вами провязали раппорт полностью в высоту, 28 рядов. Смотрите, что у нас получается. Вот такой вот красивый ажурный лист. Дальше узор повторяется с первого раза, да, с первого ряда. Все это можно отпарить, там, да, когда постираете, все это выровняется, будет смотреться намного красивее. Вот такой вот красивый листик. Мы рассмотрели с вами прямое поворотное вязание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем добра, мира и позитива. Пока-пока.